Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 19 января, 5 часов 45 минут утра. У меня сегодня дежурство, собираюсь на работу, приготовила кофе попить. Присоединяйтесь ко мне. На данное время у нас все тихо, спокойно. Свет, газ, вода, связь есть, все потихонечку работает, все в режиме. У нас почти 1,5 суток было тихо, спокойно. Вчера мы уже пошли спать и включили воздушную тревогу. Была она в 22:40, через 20 минут ее отменили. И затем в 1:22 снова была воздушная тревога, проснулись от бахов. Что и куда мы не знаем, новостей пока нет в сети. Проснулись, света у нас не было. У нас как раз по графику было отключение с 12 до 3, но, честно скажу, в котором часу отключили и включили, не знаю, потому что спали. График по отключению света у нас каждый день меняется. Сегодня у нас, вот как я уже сказала, с 12 ночи до 3. Второе отключение с 9:30 до 2 дня. И третье отключение будет с 9 вечера до 12 ночи. Ну, график не точный, он может, как говорится, плавающий. Вчера очень долго сидели без света. Ну вот, как-то приспосабливаемся. Вчера такой день был, и целый день дождь. Такая слякотная погода, температура плюсовая. Сейчас у нас показывает программа плюс 6 на улице, по ощущениям плюс 2, но температура сегодня поднимется даже до плюс 11, плюс 12 в обеденное время. Не знаю, очень тепло для крещения. Конечно, друзья, поздравляю вас с крещением Господним. Здоровья, здоровья, здоровья и, конечно, мира. А я, друзья, буду собираться на работу, пить кофе, а с вами поделюсь нашим вчерашним днем. Всем спасибо за поддержку в комментариях. Очень-очень приятно. Крепенько обнимаю. Всем приятного просмотра.
привет еще раз, друзья. Мы уже дома. Съездили с Артуром в поликлинику. Немножко себя неважно чувствую. Сейчас проходим обследование. Но надеюсь, что все будет хорошо. Почитали комментарии. Спасибо огромное за поддержку, за слова соболезнования. Сегодня у нас прям отключение света, как я уже говорила, на 9 часов в сутки. Я ничего не успеваю испечь, потому что духовка... Ну, ты только начнешь печь, свет отключит. Когда его включат, график он неточный, поэтому мы, выезжая с поликлиники, заехали и купили пиццу. Она горячая, сейчас покажу вам. Вот такие две пиццы нам нравятся. Пицца Дель. Они недорогие и вкусные. Прям ехали наш пари. Очень любим вот эту пиццу. 4 сыра. Да вылаживай ее, наверное, на этот. Я думал, ты сняла. Артур хотел в упаковке резать. Да, Артур? Я не думал. Очень нравится мне наша вот эта дощечка круглая, такая удобная. Да, Шекелёшек? Козыпап, всем привет! Всем привет, ребятки! У нас за окном дождь идет, плюсовая температура. Шекелем утром успела погулять, пока дождика не было, а сейчас прям льет. Кто любит пиццу 4 сыра? Ну, я ее обожаю, вкуснотища. Хочется заглянуть, как там. О, хорошо, попросила, чтобы не зажаривали сильно. Сейчас вам покажу, что у нас на улице. Вот такая погода дождливая. Вот тебе и крещенские морозы. Да. Мои цветуны. Дождик идет, видно вам? Бульки булькают. Бульки булькают. Ух ты, а это как называется? Охотничий? Охотничий, сколько колбасок, огурчик. Красивая, да? Главное, к столу не прорезать. Главное, стол до низу не прорезать. Привет, ребят, привет. Вот такой я Потягухин. Скажи, пахнет у вас вкусно, друзья, да? Мы вот уехали, Шекеля забастовка. У Шекеля забастовка. Не кушает он сам. Лопатулик этот. Корм. Целая миска еды. Иди сюда, котенок. Иди. 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 Будешь? Балавун. Вот только надо дразнюхать, да? Все, приятного аппетита всем. Мы себе налили Байкал. Почитала в комментариях. Многие написали и понимают нашу боль утраты. Потому что кто теряет, тот знает, насколько это больно. Наши родители всегда с нами, как наши ангелы-хранители. У Артура тоже нет ни мамы, ни папы. Так же и у меня. Ни мамы, ни папы. Но они всегда с нами. Они всегда в наших сердцах, в наших мыслях. Мы всегда думаем о них. И когда мы куда-то выходим, и всегда в голове: мамочка, ты с нами, мы идем. Шекель просится на ручки. Мама у нас была верующим человеком. И она не признавала алкоголь, поэтому, ну, мы как бы тоже не особо признаем. Пьем напиток. Так что, друзья, давайте помянем всех наших близких и родных. Царство им небесное, земля пухом. И не будем забывать о живых, которые нам помогают по жизни. Это самое такое главное. Потому что если мы забываем о своих живых, близких,
то потом о нас вообще никому подумать будет. Когда мы теряем своих родных, мы потом только начинаем осознавать, насколько это была потеря очень сильно. Да. Жалеем какие-то моменты, в которых нужно было сделать, но не сделали. Но я думаю, это у всех так. Так что всех, кто не с нами, Царство Небесное и Земля Бога. Мы по Посеколке. Ой, Байкальчик. И самое главное, почаще звоните родным и близким. Они ждут от вас этого. Даже когда они сами об этом забывают, иногда бывает такое, что... Им приятно будет. Да, они просто будут в неожиданном восторге, когда вы им позвоните и скажете: «Здравствуй, как дела?» Это самые дорогие слова. Да нам уже некому позвонить. И некому, как сказать, назвать нас дочечка, сыночек. Таких важных, главных слов. Но у нас есть дети, и ради них мы должны держаться, жить, поддерживать друг друга. Все обязательно наладится. Ну... Ладно, будем пробовать пиццу. Да, давай. Мы начинаем с сырной пиццы. Ох, я ее люблю. Сейчас там опять люди начнут некоторые писать: о, опять жрут в такой день. Извините, но мы живые люди, нам нужно питаться, кушать. Мама любила пиццу. Готовила то же самое. Ну, так как она в деревне готовила, это была не пицца, это больше был... Пирог. Да, пирог с начинкой, не с начинкой. Колбаска, мясо, да. Ну, все равно это вкусно. Ну, оно было классно. Тем более, духовка у нее была вот эта вот маленькая, знаете, старая, железная. Электрическая. Mm. И то получалось, и она и пирожки пекла, и пироги пекла. И хлеб. Да, и хлеб. Все в этой духовке. Она уже, духовка сама по себе была ржавая такая сверху. Ну, что там? Те, помните, духовки еще древние. Раньше качество какое было. Потом меняешь на более новую, а они... Ну да. Появляется дизайн, качество пропадает. Вкусненько. Надеемся, что война закончится, и у нас с Артурчиком получится съездить, проведать наших родителей, и моих, и Артура. Ну, сейчас пока не получается. Прикусил. Не, сейчас можно, в принципе, попробовать проехать, но просто постоянно вот этот блокпосты туда-сюда. Ну, зачем рисковать? Да, это больше нервотрепки будет. Уже реально война закончится, поедем, поставим, посмотрим, поставим памятник, все, ну, чтобы было все по-человечески. Я попробую это. Давай. Я мыслиску тоже. Ну, это с огурчиками колбаска, это очень даже, да? Я бы еще грибочка положил. Тогда бы была она дороже. Вот мысливска, по-моему, 85 гривен, а с сыром 119. Есть в других пиццериях пиццы такие, но они под 200 гривен и дороже. Ну а зачем? Ну это тоже очень хорошее, тесто тоненькое. Нет, у них тоже есть пицца карбонара, сейчас называется двойная. Стоит 165 гривен. Почему двойная? Потому что там двойной... объем начинки. Вот такое тоненькое тесто. Вкусно. Вкусная, хорошая пицца.
Великолепно. Ладно, друзья, будем завершать сегодня запись в нашем дневничке. Всех хотим поздравить с крещением Господним. Ну, сейчас сочельник идет. Может, у кого-то есть возможности, кто-то делает как обряд или что, как он называется, погружение в воду в такой день. Здоровья всем, конечно, здоровья. Мы этого не делаем. Ну, погружение в основном завтра происходит. Ну да, завтра рано утром. Так что, кто хочет, идите купайтесь. Тем более, сейчас плюсовая температура. Не так страшно. Не в прорубь, да. Так забегаешь и ныряешь. А кто не... Просто подойдите, умойтесь, помойте руки, полосните. Это тоже будет своего рода омыновение. Да, в эти дни мама всегда выносила, ставила, наливала посуду, ведра, баки, водой наполняла и оставляла на ночь. И говорила, это вода свеченная с крещенских морозов. И у мамы стояла она очень долго. Да, она иногда вот тут цыплят поила, такой вот сама пила и... Кушать готовила с этой воды, потому что она реально как бы святая вода. И она всегда, да, стояла очень долго, не портилась. Ладно, ребятки, еще раз с крещением Господним, мира, добра, здоровья. До следующей встречи, всем пока-пока. И позвоните родным и близким. Не забывайте. Bye-bye.